Добро пожаловать на канал Hardress at Info. Передо мной находится устройство Motorola Moto G52. И сейчас я покажу вам, как включить уровень заряда батареи в процентах на данном устройстве. Для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Батарея» и ставим здесь галочку, где написано «Заряд батареи». И таким образом у нас появится заряд батареи в процентах в строке состояния. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.